Сегодня общественность спростилась с бывшим акимом города Караганды Исламом Тогайбаевым. 8 октября Ислам Уакитович скоропостижно скончался от сердечной недостаточности. Проводили в последний путь экс-градоначальника, родные и близкие покойного, депутаты, а также первые руководители региона. Сегодня утром в концертный зал «Шалкыма» с Исламом Тогайбаевым пришли проститься сотни людей. Все они помнят его как неутомимого труженика и замечательного человека. В прощальном слове аким области Абильгази Кусаинов отметил, что все свои знания и энергию Ислам Уакитович отдавал беззаветному служению обществу, родным и близким. Свидетелями его огромного трудолюбия являются жители многонациональной Карагандинской области. Он был не только умелым и опытным руководителем высокого уровня, но и прежде всего замечательным человеком, яркой личностью, обладал уникальной жизненной энергией, которая притягивала к нему людей. В этом году Исламу Уакитовичу исполнилось 62. Молодой и энергичный Ислам Тогайбаев всегда был образцом высокой личной дисциплины и организованности, ответственности за порученный участок, а также творческого отношения к работе, вспоминают его друзья. Слишком близко к сердцу принимал он, переживал все неудачи и проблемы. Всегда готов был оказать поддержку, помощи и свое участие в любых жизненных вопросах. Напомним, Ислам Тогайбаев занимал должность акима города Караганды с 2006 по 2009 годы. Выражаем соболезнования родным и близким Исламу Уакитовича.